Добрый день, уважаемые цветоводы! В этом видео хочу рассказать вам о самых красивых клематисах, которые растут у меня в саду. Это в основном клематисы третьей группы обрезки. Очень крупные, очень яркие, очень красивые клематисы. Практически неукрывные на зиму. Создают очень красивую гамму, очень красивую палитру различных расцветов. Итак, один из красивейших клематисов в моем саду – это руж кардинал. Малиновые лепестки, очень крупные. На момент съемки клематис только-только начинал цвести. Посмотрите, с половину моей ладони цветок. Очень яркий, насыщенный цвет. Буквально цветет такой огромной шапкой. Красиво смотрится на зеленой листве и образует огромное количество бутонов. Очень выигрышный клематис, как в групповых, так и в одиночных посадках. Рядом с ним растет клематис, который я посадила в прошлом году. Называется он Change of Heart. Это розовый клематис. Цветки у него значительно крупнее, чем у руж кардинала. Розовый, нежный, очень такой элегантный клематис. Создает очень яркое такое облачко. Этот клематис называется индийская звезда. И действительно, лепесточки, и особенно вот окантовка внутри самих лепестков напоминает такую звездочку. Он ярко-фиолетового цвета с яркой такой бордово-фиолетовой серединой. Очень яркий, цветет снизу доверху, цветение очень обильное. А вот этот клематис, который вы можете найти в интернете под названием «синяя птица» или же «сизая птица». На момент распускания цветочки в виде колокольчиков образуют и затем превращается вот такой, казалось бы, неказистый цветок. Но когда вы посмотрите, как цветет клематис, вы просто восхититесь. Посмотрите, какое голубое облако он образует. Огромное количество цветов. Единственная проблема с этим клематисом – это то, что его необходимо в обязательном порядке подвязывать, потому что таких цепляющихся усиков он не образует. Смотрите, какой великолепный клематис. Этот клематис называется руж кардинал. Цветение у него очень обильное, тоже третья группа обрезки. Образует огромное количество цветов. В этом году почему-то позднее зацвел, чем обычно. Очень цветы яркие, тоже малинового цвета, но сама окантовка более темная. А вот это клематис второй группы обрезки. Называется мультиблю. У него очень красивая середина, и когда клематис отцветает, а отцветает он раньше, чем клематисы третьей группы обрезки, образуют такую середину яркую, пушистую, которую можно не срезать до конца лета. Клематис всегда остается очень нарядным и красивым. Синий, ярко насыщенный цвет. Бутонов достаточно большое количество. А этот клематис просто в этом году меня изумил, восхитил. Это генерал Сикорский. Тоже на момент съемки только начинал расцветать ярко-сине-голубой клематис. Больше ладони, цветки очень красивой оригинальной формы, а к вечеру середина, средние лепесточки у него начинают сходиться и образуют такой полубутон. Посадите эти клематисы, они в обязательном порядке вас порадуют. Не забывайте жать на колокольчик, подписываться на канал и, конечно же, ставить палец вверх.